В начале октября можно смело сказать, что осень началась. Везде валяются желтые листья, на улице мокро, тускло и пасмурно. Вместе с этим, конечно же, приходит осенняя хандра. Хочется все поменять в жизни, буквально начать ее с чистого листа. Но почему люди не решаются поменять свою жизнь, узнали сегодня в выпуске. Почему вы боитесь начать жизнь с чистого листа? Я уже много раз начинал. Например? Например, я сменил специальность с юриста на переводчика, а потом на программиста. Я вообще не боюсь ничего в жизни. Я боюсь оставлять все позади себя, все прожитые моменты. Она и так пустая, наверное, как белый лист. Начиная смысла нету по новой. Нужно заполнять. Я не боюсь. Начать жизнь с чистого листа не так уж важно, потому что опыт – это самая дорогая вещь, которая есть в жизни. Ну, кроме времени. Я не боюсь. Я вот сегодня переезжаю. Начнем с того, что я не местный, и я вот так вот сорвался и поехал в своем возрасте. Так что вот не боюсь. Я не боюсь начать жизнь с чистого листа. Вот переехал в Казань буквально в апреле, все начал с чистого листа, у меня все отлично складывается, все прекрасно. Дайте совет тем, кто хочет начать жизнь с чистого листа. Не нужно ждать лучшего случая и удобного момента, лучше сделать это сразу. Что, чтобы начать новую жизнь, нужно избавиться от старой жизни. Но он банальный, я думаю, что просто не бояться на самом деле. Чистый лист – это же поле для творчества. Можно же делать все, что хочется. Это наоборот классно, как мне кажется. Взять и начать. Ну как это сделать? Как? Берете и начинаете. Не бойтесь, идите вперед, и все обязательно получится. Чтобы начать жизнь с чистого листа, нужно всего лишь взять чистый лист и немного смелости. Это был соцвопрос с Ильей Гизатовой и Алией Акульбарисовой. До встречи через неделю.